Как сделать рисунки на холсте интересными и красивыми? Секрет знает Ульяна Кудрявцева, которая провела для химчан мастер-класс по рисованию углем. Художница рассказала, как правильно обращаться с этим графическим материалом и создавать насыщенные узоры. У нас там есть руки, самая-самая такая эмоциональная, чувствительная наша часть, да? И мы можем все равно спокойно действовать нашими собственными пальцами. Мы все равно уже испачкались. Уголь очень хорошо отмывается и от ручек, и от одежды. Поэтому здесь можно смело прям пачкаться. Мастер-классы в Химках проходят ежедневно. Подробную информацию о дате и времени можно найти на страницах газеты «Химкинские новости». Также информация о будущих встречах есть в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.